сил используют вертолеты Ми-26. Перебрасывается личный состав и бронетехника для усиления группировки российских войск в Харьковской области. Вертолеты взлетают и приземляются фактически постоянно на нескольких точках, которые расположены в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Сразу после высадки подразделения российской армии уходят для усиления линии обороны, для того, чтобы не допустить дальнейших прорывов. Подразделения